Арамболь – самая крупная и наиболее приспособленная для туризма прибрежная деревня на северном побережье Гоа. Вас приветствует канал «Влюбленные в путешествия». Вы правильно поняли, мы отправляемся на Гоа, в Арамболь. Этот курорт пользуется популярностью главным образом у туристов-дикарей. Днем тут запускают воздушных змеев, катаются на кайтах, вечерами медитируют, занимаются йогой, тренируют фаер-шоу. Здесь уже побывала наша коллега Ульяна Владимирова, поэтому следующие советы о том, как в Арамболе выбрать жилье. Кругосветная путешественница делится личным опытом. Есть множество способов и, главное, разный бюджет. Если вы делаете это по интернету, то в пик сезона самый недорогой вариант будет стоить от 30 долларов в сутки. Если вам совершенно необходимо зарезервировать жилье заранее, то рекомендую найти русских, которые уже живут в Арамболе. Найти их можно в различных интернет-сообществах или на форумах. Так вот, вы просите кого-то зарезервировать вам жилье и договариваетесь, как вы передаете им предоплату. Без предоплаты это сделать почти невозможно. Если вы готовы заранее не резервировать жилье, то приезжайте в Арамболь, садитесь в ближайшие кафешки или рестораны, оставляйте там свой багаж, здесь это совершенно безопасно, и отправляйтесь искать жилье. Как индийский народ назначает цены? Если они видят белого человека, то цена сразу повышается. Если человек идет с багажом, цена тоже сразу выше. Как показывает практика, если вы надолго, то можно снять любое жилье на пару дней и спокойно искать себе то, что хочется. Жилье здесь делится на хацы у моря, не у моря, комнаты в одно-двух-трехэтажных гестах, отдельные дома или этажи. Цены в рупиях, курс около 54 рупий к 1 доллару. Хацы у моря в пик сезона стоят от 500 до 1000 рупий. Хацы не у моря стоят от 300 рупий до 800. Комнаты стоят от 300 рупий, если туалет и душ общие, или 400, если душ и туалет внутри. Если есть горячая вода, то еще плюс 50-100 рупий. Есть номера по 25 долларов, есть комнаты с холодильником, с кухней и так далее. Минимум 600 рупий в сезон с горячей водой, кухней у моря. Дома, где есть спальня, гостиная, кухня, начинают стоить от 20 тысяч рупий в месяц. Минимум, на который сдают дома, одна неделя, и ценник сразу взлетает. Что же стоит проверить, прежде чем заплатить за номер? Читайте в блоге Ульяны Владимировой. Удачи в выборе жилья и путешествуйте! От путешествий только польза!